Тр-тр-тр, погнали! Ну а сделать данную постройку довольно-таки просто. Для начала мы поставим с вами обычный фундамент 2 на 2 и улучшим его до камня. Здесь поставим треугольный фундамент. Дальше выбираю план постройки, так улучшу здесь, и ставлю сюда крышу. Прям сразу. Одна крыша, вторая. Дальше улучшу до камня ее. С этой стороны мы с вами все должны улучшить. Вот таким вот образом. И улучшаю. Пробегусь. Так, сюда, сюда. Вот так вот готово. Получилась вот такая вот постройка. Залазю сюда. Выбираю план постройки. Сюда ставлю, конечно же, вот такой вот фундамент. Сюда пол. Улучшаю все это дело сразу. Здесь мы делаем такую вот комнатку. Ставим потолок. Дверной проем. Крафчу дверь, ставлю дверь и делаю замок. Готово. То есть у нас здесь будет фейковая дверь. Сейчас вам покажу, объясню, почему фейковая. Сюда ставлю стену, сюда ставлю крышу. Вот такую вот крышу. Но поставлю я ее немножко попозже. Давайте сначала сюда вот поставлю крышу. Улучшать ее не буду. Так, вот она у нас. Фейковую крышу и сюда уже делаю нормальную крышу. Давайте вниз спустимся. Потом, конечно, вам все объясню. Пока, наверное, непонятно. Но думаю, сейчас будет вам очень интересно. Так, спускаюсь и ставлю крышу. Я его улучшу до камня. Смотрите, если не улучшить крышу, то нам видно ту дверь. Обратите внимание. Видите? Улучшаю крышу. Таким вот образом. Видите, видите, видите. Улучшил. Стрела чья-то здесь валяется. Так. Дальше. Эту крышу я оставлю пока так. Получается у нас вот такая вот постройка. Ну, здесь вот неправильно. Должна здесь штука вот эта закрыться. Кстати говоря. То есть должна быть стена. Давайте я разрушу сейчас. А вот эту крышу. Вот она, стена есть. Есть стена. Закрыть я ее могу. Не забывайте. Дальше включу фонарик, чтобы вам было видно. Подхожу сюда. И здесь мы с вами закрываем. Так, закрыл. Дальше здесь я разделю это все дело вот такой вот стеной. Сюда поставлю на стены каркас. Улучшаю. Снова план постройки, низкую стену. Готово. Дальше крафтим шкаф. Ставлю я его вот сюда. Тоже к стене максимально прижимаю. Активируюсь. Дальше давайте скрафтим. Так, стол исследований. А, workbench нужно сначала. Готово. И поставлю его вот сюда.
есть. Также скрафчу большие ящики, и мне нужны печи. Давайте пока печь поставлю. Печь ставится вот сюда вот. И закину в нее железо, дабы нам железо нужно, а сейчас быстро скрафтит. Иначе мы ящики с вами большие не сделаем. Так, окей, печь работает. И еще одну печку ставится. Она, знаете, сейчас покажу, где, куда она ставится. Ставится, если я не ошибаюсь, вот сюда. Поставлю сюда. Пусть будет здесь. Дальше давайте мы возьмем железо и накрафтим ящики большие. Вот они, большие ящики мы поставим с вами вот сюда. Они должны уместиться, по идее. Один ящик. Затем второй. Затем третий. Вот так вот тоже прижимаем. Четвертый. Так. Вот сюда вот его. Уже не хочет, если я запрыгну. Вот сюда вот. Ага, здесь мне уже мешает потолок этот. Не могу его воткнуть. Тогда давайте вылезу отсюда и попробую вот так поставить. Ага, так умещается. Дальше скрафчу стол исследований. Так, workbench нужен, подходим. Так, стол исследований, где он у нас? Вот он. Крафчу, и он должен поставиться вот сюда вот. Да, вот он ставится. Найс, ребят, получилось. А также спальный мешок, который сюда ставится. А, двери поставлю давайте тоже деревянные, двойные. Давайте одну пока поставлю. Такую деревянную. Это не важно. Можете сюда сами же ставить какие хотите. И, конечно же, здесь мы крафтим печи. И ставлю я их в это место. Именно вот сюда. Так, одна. Вторая. Закроем. Третья. Готово. И вы спросите, как я доберусь до ящиков тех. Да очень просто. Верстак всегда убирается. Без проблем. Убирайте верстак. Залазить, идете туда. Вернее, стол исследований. Ставлю назад. Ну что, наш дом готов, ребят. Теперь самая фишка с этой крышей. Скажете, закрыто здесь. Что мне делать, как мне быть? Ой, я боюсь, там все дела. Не расстраиваемся. Так, давайте выключу свет. Это дело заремувлю. Вот так вот. И дальше ставлю. Смотрите. Сюда крышу. Вот так вот. А здесь у нас фейковая дверь. Думают, что, о, я сюда попаду, типа, буду рейдить там внизу, через низ пройду. Окей, да? Но на самом деле постройка у нас выглядит вот так вот. Смотрите. Вот таким вот образом. Здесь можно спрятаться, или можно ящик поставить. Но на самом деле нам эта дверь нужна лишь для того, чтобы я сделал вот такую вот половинку крыши. Это все дело мы улучшаем. Тут, смотрите, закрыто. Заходим сюда, беру план постройки и сейчас делаю крышу. Смотрите, что с этой стеной будет. Ставлю. Та-дам! То есть вы поняли, эта дверь открылась у нас. И у нас получился вход. Опля. Здесь, конечно, замок ставится. Готово. И все. Печи нужны для того, чтобы здесь вылезти от... с этого дома. Дальше выхожу. Тут, смотрите, открыто, да? Выхожу. Так, загашу свет и ремувлю вот эту постройку. И что у нас произошло? Давайте посмотрим. Та-да! Волшебным способом наша крыша закрылась. Все, поняли, да? То есть заходим сюда, ставлю крышу, появляется проход, мы сюда входим и живем. Вот такая вот постройка у нас получилась. Закрываем дверь. Ну и попробуйте это сделать. Удачи!